В здоровом теле здоровый дух. Именно под таким лозунгом проходили первые праздники, посвященные Дню физкультурника в 20-30-х годах прошлого века. В наше время он отмечается во вторую субботу августа. Но мероприятий, посвященных спорту и приуроченных к этому дню, настолько много, что проводить их начинают как перед, так и после праздника. Я хотел бы поздравить всех жителей нашей Донецкой Народной Республики, всех спортсменов, любителей здорового образа жизни, что в нашей республике есть праздник, есть дата, которая символизирует здоровый образ жизни, любовь к спорту, занятие активным образом жизни, с тем, чтобы и быть бодрым, здоровым всю свою сознательную жизнь, и чтобы готовить спортсменов как для внутренних соревнований, так и для защиты чести и достоинства нашей республики на международной арене. Спортсмены и простые жители города, дети и взрослые – все без исключения смогли принять участие во флешмобе. Прямо посреди парка все желающие под громкую и задорную музыку начали делать зарядку, повторяя движения за ребятами на сцене. Физкультура направлена в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья человека, на совершенствование не только духа, но и тела. Спорт воспитывает упорство в достижении цели, дисциплину, мужество и силу воли. Поэтому значение физкультуры в жизни общества трудно переоценить. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители спорта, которых в нашей республике великое множество. Кристина Крымова, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ.